Иркутску «Спартака» стартовали в квалификации Лиги чемпионов матчем в Греции с местным «Пауком». Уже к 17 минуте москвичи вели 2-0, но затем трижды пропустили в течение 15 минут. Во втором тайме «Квинси Промес» не смог сравнять счет с пенальти. Итог в пользу «Паука». «Спартак» попробует взять реванш в Москве 14 августа. Сегодня наша экскурсия по легендарному.